Не засовывается, да. Вкладывается, да. Закрывается, да. Переворачивается, открывается, да. И деньги запечатаны. Теперь не важно, куда ложить купюру, даже на крестик. Одно движение, купюра внутри. Не важно, куда вы будете ложить 20 гривен, рядом или с на полтинник, будет складывать отдельно. Полтинник можете ложить, да, на полтинник, на двадцатку, он попадает в полтиннику. Я вам даже для интереса двадцатки кладу в разные стороны. На первый взгляд кажется, что это какая-то магия вне Хогвартса, но на самом деле это простая игрушка из СССР, и все дело в хитром механизме переплетения и расположения тесемок или резинок на определенной ширине, а фокусник просто виртуозно владеет механизмом и знает, где и какая купюра окажется после переворачивания. Сделать его можно из обычного картона и тканевой ленты, но в интернете продаются более крутые экземпляры. Гуглите запрос «кошелек-перевертыш» и вы все поймете.